Всем привет! С вами канал Артмания. Смотрите, какое у меня окно чистенькое. Какое оно огромное, смотрите. И нету цветов. Сейчас вы спросите, куда делись цветы, Наташа? Нету, чистенько все. Да? Уже по этому виду, наверное, вы подумали. Так, кстати, там все видно. Все никак не убрала. Я там все ставлю, то, что мне понадобится в ближайшее время, чтобы не вылазить. Вот такое вот средство у нас появились. Клещи паутинные. На цветах, на гибискусе. Вот, купила, кстати, в Альберисе. Да, вот он, в Альберис. Вот, одну вчера открыли. И побрызгали. Сейчас покажу. Дверь закрыла сразу. Они у нас всю ночь здесь простояли. Хорошо их опрыскала вот этим дозатором. Все. Ну, все сразу. Здесь вроде на декабристе вроде бы не было, здесь вроде нет. Ну, на всякий случай я всех побрызгала, кто стоял на подоконнике. Вот. Конечно, нужно было сначала лесочки, наверное, помыть, потому что после ремонта они у нас остались грязненькие. Везде все вот так вот сверху брызгало, снизу вот так все. Там наберешь, там джин-джин-джин-джин-джин снизу. Вот. Ну, вроде даже, по-моему, вчера я смотрела, паутинок стало незаметно. То есть, ну, до этого их было прям заметно. Как будто еще добавок раствор и съел их. Куда-то дел как будто. Вот, ну вот он стоял, как раз эта половина у него была зеленая, а вот эта вот половина чахнуть начала. Вот, потом как с какой-то момент его полила, что-то там подделал, полила его специальным раствором для гибискуса. Вроде все хорошо стало. Потом через какое-то время смотрю опять, эта сторона у него чахнет, эта сторона у него нормальная. Стала рассматривать, я думала, что это вообще пыль. А, ну вот тут видна, кстати, паутиночка. Сейчас мы попробуем показать ее. Вот она, вот она, видна, видите. А, они скукожились просто, эти паутины. Вот тут тоже. Там, по-моему, даже шевелится, что ли, кто-то или нет. Вон они, паутинки, они все остались. Но они были пошире, конечно, такие красивые. Вот, и листья. Где-то тут видела лист. Не просто даже желтый, а именно вот с точками. А вот он, посередине с точкой. Это тоже, по-моему, говорит о том, что там явно что-то не так. То вот они с этой стороны как раз сидят, эти клещи все кушают. Ну и побрызгал, конечно, вот эту авокаду. Здесь у нас авокадо с вами погибает. Блин, она такая была классная, она такая красивая. А сверху она уже все, ее, видимо, съели. Не знаю, посмотрим, может, она и вырастет еще. Вот. Так, здесь что у нас? А, денежное дерево, оно было как будто в пыли в какой-то. Молочай вот здесь, вот на нем прям вообще были паутинки. Здесь вот у нас жасмин, он, кстати, пошел наконец-то. 3 месяца стоял, думал и пошел. Ну, в этих было 3 вообще незаметно ничего, но побрызгал. Вот здесь вообще вот цветочек, оказывается. Сейчас буду все это перетаскивать. Там написано, что 7-10 дней раствор остается, они постепенно убиваются. И если что, у меня есть еще один. Мы побрызгаем через 10, ну, через 7, наверное, дней. Сейчас выходные, зимы нету. Побрызгаем еще раз. Вот. Нужно было, конечно, накрывать пакетом. А здесь бы, может, я, конечно, и накрыла. А вот этот вот огромный цветок, потому что он вот прям огромный. У меня нет такого пакета. Просто здесь была влажность у меня какое-то прям долгое время. Вот. Так вот. Да. Забыла сказать, грязные поддоны, вот тут они у меня лежат. Я замочила в растворе черного мыла. Хотела сказать ржаного мыла. Черного мыла. Здесь они сутки уже почти, ну, вернее, не сутки, полсуток простояли. Заодно и помоются. Там цветочек плавает. Он даже, мне кажется, распустился в этой воде. Стал более красивый. Я думала, что в том растворе будет много, а там только вот одна вот такая вот. Штучка за 70 рублей. Я думала, там прям будет палетка. 2-3 штуки, 5 штук. Там только одна. 2 миллилитра. Здесь как бутылочка.